Всех приветствую! Сегодня будем делать прошивку вот такого вот устройства Android Player, модель X9S 4×32. По сути, ничего сложного, но инструкцию думаю стоит запилить, потому что если это устройство пришло ко мне в работу, соответственно, у людей есть какие-то сложности. Значит, нам для того, чтобы прошить, потребуется два файла, то есть программа, с помощью которой мы прошьем ее, и прошивка. Также все это вы можете почитать на 4PDA, то есть все эти файлы и прошивки, которые там существуют, какую вам нужно, то и выберете. Вот это файлы и вот эту прошивку я закреплю под видеороликом в описании под видео, чтобы вас никуда не передрисовывать. То есть качаете и все, и устанавливаете. Что нам нужно? После установки вот этого приложения открываем его. Бла-бла-бла, короче, он там устанавливается. После установки открываем сам файл. Вот такой вот ярлычок появляется. Нажимаем его. Здесь у нас вот такая вот программка. Ничего не нажимаете, ничего не выбираете, кроме одного файл. Import image файл. Файл второй, который вы скачали, вот это вот. Кидаем именно в корневой диск, то есть диск C, диск D, диск E, неважно, просто на диск C или не диск D, ни на какие не рабочие столы, так, чтобы программа была прямо в корневом диске. Дальше ищем этот файл, вот он у нас. Ждем несколько секунд, пока файлик обработается. Все, готово. Теперь нажимаем кнопку старт. Теперь чуть-чуть оттяну, чтобы вы видели, что мы будем дальше делать и как программа себя будет вести. Нам нужен вот USB кабель, само устройство и любая скрепочка. Вот здесь есть кнопочка Reset, надо ее зажать. Нажимаем. После того, как зажали клавишу, вставляем кабель в наше устройство и держим. Как только вы увидели, что пошла прошивочка вот в этом левом углу, нужно только дождаться ее окончания. Прошивка занимает где-то порядка 2-3 минут. Как только появится сообщение 100%, нам нужно будет нажать кнопочку стоп. Все, потом отключаем соответственно устройство и идем подключаем его к HDMI устройству и смотрим, что у нас получилось. Итак, видим, что у нас появилось 100%, нажимаем стоп. Все, программа завершила свои действия. Теперь отключаем USB и идем подключать его к монитору. В нашем случае перейдем сейчас на другой монитор, на рабочее место ресепшена, чтобы не подключаться и не дергать монитор основной. Так, после долгой загрузки, соответственно, у нас все запустится. Дальше выбираем язык, выбираем точку подключения. У нас поменялась и клавиатура. Так, пароль чуть-чуть сейчас мы уберем. Ну и, соответственно, делаем все настройки, которые нас устраивают по модифицированной прошивке. То есть, что нам это дает? Дает возможность смотреть какие-то там более халявных вариантах. Давайте зомбоящик выберем.
Тут выбираем либо новый лаунчер, либо стандартный плеер. То есть тут как кому угодно. Ну, давайте выберем Android Home. Выберем только сейчас, чтобы потом владелец настроил заново под себя. То есть вот не все приложения появились, которые штатно у нас тут есть. Появился проводник, ускорение, перезагрузка. По клавишам меню выпрыгивает менюшка, запуск приложений, 4К, настройки и так далее. То есть, по сути, появляется все то, что вы хотите или ожидали от прошивки, которую скачивали с самого сайта. То есть 4 PDA, можете выбрать там разные вариации этих прошивок. Так, давайте клавишу домой. Выберем новый лаунчер, посмотрим, что выдаст. Новый лаунчер, соответственно, просит первоначальную настройку, какие картинки будут у вас, круглые, квадратные, большие, маленькие, то есть что хотите, то и настраивайте, и так далее. Так, ну тут мы сейчас отменим и сделаем, так, только сейчас сделаем выход, а уже владелец настроит сам под свои нужды, так как ему нужно. Выключаем устройство. На этом все. Всем удачи в работе. Всем пока.